Всем привет! Сегодня обзор небольшого ножа от Raik. Вот коробочка, логотип и надпись. Практичные ножи и инструменты. Название модели P662B. Компания Raik существует с 1998 года, получается более 20 лет. Это небольшой нож с накладками из черного G10. Материал хороший, устойчив к агрессивной среде и не скользит в руке, легко моется. Имеется клипса, которая не переставляется. Видно фальшлезвие на верхней стороне клинка. От клипса. Раньше на ней не было отверстия, а был логотип. Видимо, немного уменьшили вес. Длина ножа в сложном состоянии 95 мм. Вес его всего лишь 66 грамм. Нож с таким весом карман не оттянет. Это, кстати, лайнер-лок. Видео о системе работы этого типа фиксатора клинка смотрите по ссылке в описании к этому видео. Клинок тут дроп-пойнт. Если бы режущая кромка была прямой, то можно было бы смело назвать ворнклифф. Но все равно, рез тут тоже должен быть впечатляющий. Длина клинка 74 мм. Сделан он из стали Sandvik 14C28N, которую Raik импортирует из Швеции. Вот шпынек для открывания. Лайнеры из 420-й нержавеющей стали. Есть небольшой спейсер в цвет рукояти. Тут есть ось, можно приделать какой-нибудь подвес. Нижняя часть рукояти похожа на голову какой-то птички. В начале спины клинка сделаны насечки. Форма клинка довольно приятная, спуски от обуха. Довольно забавный и аккуратно сделанный нож. Производитель дает гарантию в 5 лет на изделие. В общем, по итогу отличный нож для повседневного ношения. В кармане такой будет незаметен, да и форма клинка достаточно универсальная. Я, в общем-то, люблю небольшие ножи. Не обязательно считаю носить на кармане нож длиной с предплечья, тем более городскому жителю. Нож для обзора был предоставлен компанией Avant Market, официальным дилером ножей Raik в России. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До новых волнующих встреч!